Твери на пересечении улиц Маяковского и Пржевальского на светофорном объекте установили дополнительную секцию для поворотов налево. Монтаж дополнительной секции начался в пятницу утром. Теперь при съезде с Восточного моста, чтобы повернуть налево на улицу Пржевальского, необходимо дождаться зеленого сигнала светофора. Такая же схема действует и в обратном направлении движения. Дополнительный поворот налево установлен с целью минимизации заторов на дороге и для безопасности дорожного движения. Госавтоинспекция города Твери обращается к водителям о том, чтобы заранее выбирать направление движения, быть внимательным при проезде перекрестков.